Всем привет! Сегодня у меня руль от Киериу четвертого поколения, это у нас 17-20 год, точнее настоящее время. Руль ушатался, вот как видно. Это уже кожа такая, здесь есть надрывы, порезы, тут какие-то притертости. Тут вот видно хорошо, что руль уже весь искоцан. Поэтому я заказал из Китая вот такой набор. И сегодня попробую его сюда надеть и посмотреть, что получится. Ссылку на этот набор я оставлю в описании под видео. Ну и, в общем-то, я приступаю. Да, если видео вам нравится, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Итак, что было в наборе? Сама вот эта оплетка, это именно оплетка. Снимать старую кожу не нужно. Мне это даже больше нравится Потому что руль будет потолще Ну и посмотрим, что получится Так, была оплетка Нитки, нитки с иголкой Наперсток этот на пальчник Лопатка Скотч двусторонний И инструкция, как делать стежки И полностью, как все делать Как они говорят, можно это делать Не снимая руля Но Руль у меня, в принципе, отдельно от машины валялся, вот решил его теперь сделать такую оплетку обшить. Так, я натянул оплетку на руль, примерно выставил на середину. Сразу хочу сказать, не надо меня строго судить, делаю вот такое впервые. Не знаю, что получится, получится ли криво или нормально. Надеюсь, получится нормально. В инструкции написано, что все это делается, не снимая руля прямо на машине. Поэтому для помощи мне, чтобы вот это место проще было делать, взял вот эту штуку от нее. Эта штучка практически новая, но, как видно, она бракованная. Вот у нее у поплыл вот этот покраска на лед. Поэтому это, можно сказать, мусор. Но все крепления целы. Поэтому я ее сейчас поставлю. И будет проще под нее засунуть, и будет центрироваться, держаться все это. Вставил я эту центральную проставку. Да, с ней будет намного проще. Она зацентрировала, и кожа никуда не будет смещаться. Точнее, кожа зам. И как сказано в инструкции, можно это делать даже на машине. Я бы сказал, это даже проще делать на машине, потому что руль не будет вот так кривляться весь. Он жестко стоит на рулевой колонке, и его проще будет делать. Но у меня снят, поэтому начну, наверное, шить. Теперь зашивать. Вот с этой, наверное, строчки пройду ее. Начал я сшивать две части эти. Пока вроде ничего получается. Начало так себе у меня получилось. Ну, первый раз ничего страшного. Пока тут мало я сделал. Сейчас я дойду до конца. Здесь. И покажу, что у меня получилось уже. Шью я, как указано у них, вот таким стежком через одну пропускаю. То есть вот по одной пропускаю, вторую задеваю, вот так пошел, пошел. Итак, краешек один я сделал, четверть, наверное, руля, да. И вроде получилось достаточно неплохо. Здесь я не стал заканчивать. Просто нитку оставил. Потом закончу, когда вот здесь все это зашью. Что мало ли что там. Так как, еще раз повторяю, сделаю это впервые. Вообще шью вот что-то впервые. Так, наверное, сейчас я сделаю также вторую сторону. Дошью. И покажу, что получилось уже. Итак, две четверти нижние я шил, так сказать, половину руля нитки я еще раз повторяю я оставляю так как никогда этого не делал мало ли что произойдет отрезать помните что отрезать легко нитку вот нарастить очень тяжело будет. Ну и не так смотреться будет вот. вроде держится плотно хорошо. сейчас передохну и обошью вот это уже и покажу результат что получилось в итоге. Итак я закончил сшивать везде полностью по кругу и в принципе получилось достаточно хорошо я бы свою работу оценил где-то наверное на 4 из 5 все-таки косяки найти можно делаю первый раз но для первого раза я думаю получилось отлично сразу скажу такую оплетку я бы вообще рекомендовал ставить на новую машину если бы я знал ну я знал о наличии такой но не знал что она так хорошо выглядит обычно оплетки это такие Просто штуки, которые одеваются по кругу и вот так идут. Вот здесь заканчиваются и выглядят просто ужасно. Эта плетка не сильно дешевле той, но выглядит отлично. В принципе, поставить на новую машину, поездить, потом ее снять, даже поменять или просто снять, и руль будет как новый. Ну, если не использовать вот этот скотч двухсторонний, который внутри. Я его здесь не использовал. Кожа не крутится вообще. Возможно, потом она будет проворачиваться, но пока сейчас не крутится. Так что, в принципе, покупая такой набор, я думаю, каждый сможет обшить. Но единственное, я думаю, будет затруднительно обшивать на машине, особенно заднюю часть, пытаться попасть вот в эти, на задней части. И не, и не пропустив там одну, а две, три, короче, можно накосячить. Но если голову туда задирать, что в принципе не очень получается. А так в принципе достаточно легко устанавливается, отлично смотрится, ну и доступная цена. Сразу хочу сказать, вот этот дермантин, искусственная кожа, не пахнет, как вот другие чехлы на руль. В магазине покупали чехлы, не воняют, это вообще не пахнет. Расход какой был? вот сколько израсходовано, осталась часть, вот столько было. В принципе, практически ничего не израсходовано. Видимо, китайцы решили намного больше, чем нужно положить. Но ну, это плюс им. И опять же повторюсь, это может сделать каждый, набора этого достаточно. Скотч я опять же не использовал, чтобы можно было, если что, снять эту оплетку. Ну, вы также можете поступить. Этот руль в будущем я поставлю на машину. Фотографии я выложу ВКонтакте, в Инстаграме. Если кому интересно, смотрите. Ну, не знаю, когда. Может, через месяц, может, через две недели. Ну, а на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем успехов и удачи на дороге.